ладно, давайте откроем один легендарный ящик, ребят. 1500 гемов. Жесть. Давай. Ух, нифига себе. У меня два героя новых появилось. Смотри. Ой, не попал. Да, хорош, завалил. Лук у него легендарный, давай заберем. Эгей-гей, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. Мы сегодня с вами поиграем в игру под названием Зуба. Я хочу сказать, что я стал официальным ютубером этой игры. И разработчики должны были присылать мне какие-то подарки. Давайте зайдем в сообщение. Так, есть у нас новости, да, вышла новая версия игры. Так, что тут у нас? У нас здесь патч какой-то, 2.13, какие-то новые скинчики. Так, давайте пойдем в личные сообщения и посмотрим, забрать награду. Ничего себе, 30000 алмазов. А, жесть, вот это жесть. Так, сообщество, здесь что у нас? Тут тоже какие-то у нас награды есть, 1000 лайков в Facebook, охватить 1000 лайков. А, можем тоже забрать 100 алмазиков, класс. Класс, так, видосиков тут, ну, понятно. Так, возвращаемся, что у нас здесь? Магазин, что-то нам предлагает тоже бесплатно здесь забрать. Значит, что у нас тут есть? У нас есть монетки, у нас, мы можем, за денежки прокачивать героев, понятно. Кто играет, ребят, в зубы, напишите в комментариях, потому что мне интересно вообще, насколько эта игра популярна среди моих подписчиков. Так, сведения какие-то. О! Ух, нифига себе! У меня два героя новых появилось. Смотри, Джейд и Генри. Летучая мышь какая-то. Ну-ка, давай почитаем, посмотрим. Так, значит, что у нее? У нее эхолокация использует локатор для обнаружения противников поблизости. И полет вампира активно. Быстро полетает над небольшими программами и кусает первого вашего противника, восстанавливая здоровье. Офигенно! Так, улучшить я его не могу, ну ладно, давайте выберем, попробуем, у меня еще есть какие-то вот тут события тоже можно, видимо, награды за ранг, что это? Так, вот это все, видимо, это, видимо, какие-то события, ясно, в магазине, если что-то тут куплю. Металлист Генри скин, смотри, ха-ха, прикольно, 7500 каких-то жетонов специальных, видимо. Так, у меня их очень мало, давайте пооткрываем ящички. Бронзовый ресурс какой-то, вау, разблокируем новый предмет. Нитролук. Монеты. Офигенно. Так, ладно, давай еще один ящичек откроем. Так, прокачался Генри у нас, вау, я его могу улучшить. Отлично, пошли посмотрим. Так, сведения. И могу его, видимо, прокачать. Да, повысил на второй левел, ну окей. Окей, какие-то предметы. Пустая ячейка. Выберите. А, вот это нитролук увеличивает скорость дальности атаки луком. А, прикольно. И вот у меня еще кассетные бомбы, но на 5-м уровне только будет разблокировано. Ага, классно. Слушай, а как я его, может быть, могу прокачать тут, нет? Есть тут такое, где можно прокачать? Нет, здесь, смотри, не дают, только мне дают двоих прокачивать. Понятно, ну я думал за обычные эти... За обычные, скажем так, голду, за обычную прокачать. Так, у нас еще ящик с вами какой-то. Золотой ящик. Офигенно, открываем. И что здесь будет? Интересно. Ух, новый персонаж, Брюс. Блин, я правда не особо сейчас понимаю, ребят, какой это персонаж. Так, и еще могу улучшить Генри прокачать. Так, вы это заслужили, поздравляю. Это было непросто. Улыбочка. Что это такое? Не знаю. Короче, я вообще полный нубас пока. Я играю, кстати, не очень хорошо. Так, ну Генри на 3-й уровень у меня прокачан. Отлично, урон возрос, там еще что-то возросло. Хорош. Так, ладно, давай выберем тогда Генри. Так, ящики открыты. Тут какие-то события. Все, что-то собрать могу, забрать. Ну-ка, заберись. Так, собрал, отлично. Здесь могу? Нет, больше нигде, видимо, не могу. Да, это, видимо, какие-то как типа, как в Бравле, Бравл Пас или что? Или это... А, вот он, боевой пропуск! А, серьезно, смотри, новый скин есть какой-то. Дендробак! Да, у меня бак этот есть, и вот еще золотой ящик, давай тоже откроем. Прокачали кого-то, бака прокачали, ага. Ну и все, и дальше, значит, нам надо, видимо, выполнять какие-то задания, окей.
Так, тут еще ящик. А, бесплатные еще ящики нам дают, офигенно. Ну давай еще прокачаем. Так, Брюс прокачался еще. Тут еще какие-то награды могу собрать. Да что происходит? Как это забрать все? Так, ладно, я забрал. Да, вроде бы забрал вчера. Забрать награду, один раз войти в игру. Ага, и за боевой пропуск еще что-то. Так, жетоны кому-то дали. А, они сами автоматом кому-то даются, видимо, да? Все, понятно, ладно, пошли, короче, в бой. Попробуем уже, хочется мне испытать эту летучую мышь. Сразу хочу сказать, ребят, я полный нубасина. Играю очень плохо пока, потому что я совершенно еще не владею механикой игры. Так, что у меня есть? Значит, вот он так взлетает и летает, да? Ясно. Так, может стрелять. И есть еще лук. Ага, кидать могу на расстоянии, офигенно. Офигенно, так, эй, бро, тихо, охранник какой-то. Так, давай попробуем автоатакой. Ага, не, автоатака не попадает. Так, на, держи, о, отлично, аптечка у меня есть. Так, хорош, аптечку юзаем. Тут что, лук какой-то новый, что ли? А лук как? Ух, нифига, он поливает нормально так. Так, ну я, получается, ага, еще тут разные персонажи, получается. Ой-ой-ой, бро, отстань от меня. Отстань, так, а, я могу хавать его, смотри. Фу, иди нафиг. Так. Ай-яй-яй, нет-нет-нет, бро, тихо, у меня две хпшки всего лишь, да? То есть мало хп, понял? Так, какое у меня место? Так, 21 плюс 9 кубков я уже могу получить, серьезно? Так, на, кого-то убил. Ничего себе, мне повезло. Вот он завалил еще. Я надеюсь, что это был не бот какой-нибудь. Так, хпшку восстанавливаем. Да, и вот зона идет, короче. Так, это что такое? Ага, я в бочку превратился. Не-не, вылети, ну и нафиг эту бочку. Так, это что, это просто бочка. Да, ух, блин, как же это стреляет, все классно. Так, на, бро. Ух, жесть, пипец, меня заудил. Так, вас убили. Какой, вы получили 13? Чего, я 13 место у меня? Серьезно, так. Шелли, Шелли, офигеть, ну пока нифига не понимаю, но я... Так, сколько я заработал? 30 кубков, серьезно, ничего себе! Вот это жестко, ладно, давайте еще разочек сыграем. 30 кубков сразу, бро, прикиньте, за 13 место? Тут получается у нас тоже королевская битва, в принципе... Так, я... А, я не могу брать, да, я понял. Практически то же самое, что... Как в Brawl Pass, только немножко механика другая. Я так понимаю, что он больше на какой-нибудь паб, там, знаешь, похоже, вот так. Так, я не попадаю, да? Понял, так, ага. Так, охранник. О, блин, как я в тебя не попал, бро. Так, ладно. На, держи. О, отлично, попал. Так. Фу, жираф какой-то, блин. Жираф. Ой-ой-ой, блин, как ты попадаешь, бро? Как ты попадаешь? Так же нечестно. На, держи его, попал тоже. Так, 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 так. О! Так можно было, что ли? Видали, что он сделал? Так, ладно, летим. Есть, завалил. Так, забираю. Забираю, забираю, валю, так. Кто тут? На, жираф. Ее, убил жирафа, отлично. О, вот этого убиваем. Так, а чё такое? Так, охранника. Отлично. Эй, идите нафиг! Ой, есть, 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 есть. О, хорош. Ой, блин, промахнулся, как же так? Ой, а чё не хаваешь-то? Ой, блин, убили его же жестко. Блин, я пока что-то вообще не могу. Четырнадцатое место, ребятки. Прикинь, 14 место. Надо, судя по всему, мне прокачивать его, да? Надо прокачивать, чтобы... Ну-ка, давай выйдем еще в меню. Пока я говорю, не очень плохо у меня получается играть, потому что я путаюсь в этих кнопках, блин. Так, ладно, что тут у меня с персонажами? Меня что-то говорят. А, ну у меня есть новинка, да. Как понять, кстати, что персонаж у меня там... Он какой? Он легендарный или не легендарный? Где это посмотреть? Кто-нибудь знает, ребят? Вот это, у этого хпшка синяя, у этого зеленая, у этого тоже зеленая.
Что это значит? Непонятно. Ладно, пошлите откроем еще один ящичек. Потратим, допустим, один ген. Да, как раз таки Генри прокачался немножко, но этого мало. Можно, кстати... Так, почему у меня тут... А, ну, 4 персонажа горят, это значит, что я могу прокачать. Так, тут еще награду какую-то могу забрать. Жетончик. Почему-то жетон автоматом, видимо, что ли, выпадает. Так, открыть бронзовый ресурс. Какой-то бронзовый ящик. Отлично. Разбухим новый предмет. Нитродробовик. Увеличение скорости и дальности атаки дробовиком. Офигенно. Так, ладно, это забираю. Кстати, вот это вот можно лучше установить, да, на чувачка? На нашего вот этого гена. А, тут наград, смотри, много где у кого могу собрать, оказывается. У каждого есть еще лига, где я собираю общий процесс, да, скажем так. Общая... Да, прогресс вообще, вот. И еще за каждого персонажа могу собирать. Вот это круто. Это круто. Так, давай посмотрим предметы. Значит, я, по сути, могу вот это надеть, заменить лук. Ага, что это дает? Давай информацию посмотрим. Дистанция плюс 15%, скорость плюс 20%. Улучшить еще, мало предметов. Нужны предметы, чтобы прокачать. А тут могу улучшить, тоже не могу, предметов мало. Так, нет, ладно, надевать не буду, давай испытаем дробовик теперь. А потом еще в конце попробуем в магазине, допустим, пооткрывать какие-нибудь ящички за гемы. И поглядим, может быть, там что-то выпадет. Блин, я не понимаю, как я должен пользоваться умением. А, вот, я разочек, короче, его задел. На, держи. Ой, жесть, нафиг, убегаем. Пошли, 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 пошли. Летим, летим. Вот, лук, бери, 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 бро. Отлично. Так, ну да, дальность не очень. Ой, хорошо, как я пострелял. Да ну! Абаза убил. А что пятерочка значит? А, это пятый у него ранг, видимо, да? Пятый ранг у него, бро. Точняк, точняк. Так, ладно. А почему выход? Почему мне нельзя было еще раз сыграть? Или я все-таки нажал? Так, а, у нас тут тоже, кстати, есть какие-то ачивки. Так, а что такое? Где я? А, вот, все, я появился. Отлично. Дайте мне лук. Дайте мне лук, бро. Дайте мне лук. Так. Ой, как хорошо-то я стреляю. А ну-ка, иди сюда, на, держи. Блин, лук-перезарядка. Лук-перезарядка бешеная. Ну, не бешеная, а очень и очень долгая. Ладно, я улетаю нафиг. Я улетаю подальше от этих бро. Так, почему я не могу? Да ты мелюзга еще, что тебе надо? Убежал от меня. Так, надо... Во, дробовик надо испытать. Я же хотел как раз таки посмотреть, что у меня там с дробовиком. Какая-то у меня там дальность улучшена. Ага, нифига не улучшена. Ушел! Ушел, ушел! Да-да-да-да-да! Да, завалил! Ой, жесть, чуть не умер, бро. Так, хилимся. Во, кстати, стрела. Кстати, тут еще оружие есть, короче, по редкости. Там золотая, допустим. Вот это бронзовая у меня сейчас. Ну, это типа обычная, короче. Так, ладно, я могу улететь. Попробую сюда куда-нибудь подальше. О-о-о! На, держи, еще. Ой, серебряная пушка. Берем, хпшку берем. Можем хилиться, видишь, еще что классно. Так, во. Вот сейчас пушка так вообще у меня. Пушка. Так, это что такое? А, это два предмета типа. Нифига себе. Блин, лук бы еще какой-нибудь золотой, бро. Вообще было бы классно. Так, кто там? Жирафик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, жирафик, отстань. Жирафик, отстань. Давайте, делитесь там. Они видят, как я... Ой-ой-ой-ой, жесть. Ой, жесть, а что ты такой жесткий-то, жирафик? На, держи, есть, попал. Попал. Так, я могу, в принципе, полететь куда-нибудь в кусты. Кого-нибудь захавать и хпшку поднять себе. Оп, есть, да, хаванул и хпшку поднял. Так, давай попробуем бычка завалить, а? Ай, бык убежал. Вот же гад, так, ладно. На, держи, нет, не попал. Не попал по быку. Так, ладно, попробуем сюда. Нет, ага, он тут за этим, за... Какой-то... Так, не дотянулся, да ну! Он в какой-то дом зашел или что это такое? Так, попал? Да, вроде бы попал. Попал по бычаре. Так, я могу, в принципе, попробовать подлететь к нему? Да, есть! Бык, до свидания! До свидания! Так, все, хаваем. Так, пушка у меня нормальная. Вот это что такое? Что за ящик?
Так, это я могу, типа, превратиться, ага, в бочку и, типа, стоять. А это что такое? А, это, смотри, я могу себе перед собой стенку поставить и вообще стоять здесь, типа, угорать. Ха-ха, классно, слушай. Так, ладно. А как мне выйти из этого режима бочки, а? Кто мне подскажет? Так, какое место у меня уже? 5! 5, бро, 5! Пока этот стоит там, на! О-хо-хо-хо! Есть! Хаванул! Нет, да почему, блин, да как это работает? Он меня убил! Ё-моё, как же это тяжело, я путаюсь в этих кнопках, бро! Я просто путаюсь в них! Жесть, пока я говорю, очень слишком много, перенасыщено для меня все. Ну классно, так, главный хищник, что это значит? Пока топ не получается брать, надо немножко еще, я на эмуляторе играю, надо немножко с управлением разобраться мне. Так, могу награду забрать, отлично, что здесь у нас? 400? Так, ладно, пошли в магазинчик, ребятки, и давайте попробуем открыть ящички. Есть какие-то ящички за гемы? Да, кстати, изумрудный ящик 600 стоит. Так, изумрудный ящик, 2 предмета и эпический предмет. И 1500 гем есть. Подожди, а чем изумрудный ящик вот этого отличается? А, тут предметы выпадают по-другому, офигенно. И еще легендарочка какая-то, 3500 голды можно выбить, 150 жетонов, новый персонаж. Ух, ладно, давайте откроем один легендарный ящик, ребят. 1500 гемов, жесть. Давай, смотрим, что выпадет. Разблокирован новый предмет. Восстановление здоровья после неподвижности. Молли прокачался. 3500 голды. О май гадабл, это просто шикарно. Давайте еще, ладно, еще один изумрудный откроем. Надеюсь, меня за это не... Разблокирован новый предмет. Укол адреналина не дает вам умереть автоматически, применяя аптечку. Кассетная бомба еще прокачалась. Блин, у меня мой персонаж не может сейчас кассетную бомбу, походу, бросать. Так, смотри. Угу. А вот это вот жетоны. Так, вот тут я что, бесконечно могу, что ли, покупать? Давай купим. Да, за гему я не буду покупать. Какие-то стики, да, прикольные стики, ясно, ясно. Так, давайте, ладно, еще за 600 откроем ящичек изумрудный. Плюс 400 очков, Генри, прокачался, отлично, я его теперь могу на новый левел сейчас прокачать, видимо, да? Ну-ка, Генри, пошли. Да, прокачиваем третий левел. Четвертый левел, серьезно? Еще пятый левел? Жесть, шестой левел! Офигеть! Я ему могу теперь кучу там... так, где у него показатели, где у меня предметы? А, вот в предметы мне надо зайти. Да, я пока путаюсь, тут что. Так, вот в предметы. Вот, у нее еще две ячейки, смотри, разблокировалось. То есть, по сути, я ему могу что вкачать? Так, ну, вот эта вот штука, она... Восстанавливает здоровье после неподвижности, прикинь. Лучше, так, давай наденем ее и, наверное, стрелы, либо нельзя использовать. Видишь, Генри не может использовать бомбы. Бомбы прокачать еще можно, прикинь. Во, новый уровень бомб. Бомбы разрываются на 3 больших бомбы. Да, урон больше, радиус больше. Так, ну и вот это, наверное, надену тоже. Вот, все, класс. Так, у меня тут что тут? Еще какой-то ящичек? Ай, не надо было его открывать. Не надо было за гемы. Еще Генри прокачался, но не надо было открывать. Так, у меня тут еще гемы тоже забирают. Так, ну что ж, пошли в бой, попробуем, испытаем. Офигенно. Так, карта какая-то маленькая, что ли, получается. Хотя нет, вроде как, я так понимаю, 45 игроков аж на карте. 45. Это жесть. Это жесть. Так, короче, надо разбираться с управлением. Надо разбираться... Ой-ой-ой, горилла какая ты жесткая. Так, ну ладно, горилла пофигу. У меня 7-й левел. У меня очень мало хп, я так понимаю. Так, есть. Отлично. Ой, жесть. Так, бомбы я не беру. Бомбы я не беру. На, держи. Горилла, держи. Уху, хорошо. На. Так, золотой легендарный охранник. Нифига себе. Есть, убил.
Убил львенка. Вот это он бешено там бегал. Видал, что было там? Так, легендарный охранник, и чё? Я завалил. Кто это? Ты офигел, что ли? Ты офигел? Он посох хочет забрать. Он забрал посох. Вот же жесть, а. Так, лук, давай бери. А, лук не берется, что ли? На, держи. Так, отлично. Лук есть? Да, у меня нет хп, ребят. У меня мало хп. Ну, не мало, половина. Так, там... На! Ой, хорошо, хорошо. Так, 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 так. Да, блин, куда я стреляю? Не туда стреляю. Они автоатакой стреляют? Или чё, как они сделают? Я не понимаю вот этого. Так, 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 берем, берем, берем. Валим, 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 валим. Ой, хорошо, отлично. Так, на. Нет, я не попадаю так. Так. Так, у, отлично. Ой, не попал. Да, хорош, завалил. Лук у него легендарный, давай заберем сейчас. Так, хилимся. Лук, 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 бро. Ох-ох-ох-ох-ох. Офигеть, офигеть, что он творит? Да, короче, можно автоатакой, оказывается. Офигеть. Блин, копье. Ну ладно, копье, фиг с ним. У меня не золотое копье, но фиг с ним, ладно. Так, зря это сделал, конечно. Короче, можно, видимо, автоатакой тут нормально так стрелять вообще. Так, кто там? Там наверху кто-то есть. Ой-ой-ой. Блин, блин, блин. Ой, хорошо. Где он убежал? Да, он убежал, но ему хпшки пипец отнял. Хорошенько я ему отнял так. Так, бычара, что там? Четвертый левел. Так, есть. Ага, взрывайся сам. Они пипец хитро делают. Они объединились, видимо. Ой, жесть, я лисенка убил, но меня тоже зафигарили. Ага, пипец. Ух ты, шестой левел. Ой, шестой ранг у меня. Ну, нормально. Ну, я потихоньку, теперь немножко я начинаю понимать, ребят, как это делается. Так, ну все, я выйду, наверное. Окей, давайте, наверное, на этом закончим. Я буду еще тренироваться, надеюсь, у меня получится достигнуть какого-то нового мастерства. Так, давай заберем еще жетоны. Ну, пишите в комментариях, кто играет, ребят. Может быть, какие-то от вас советы там, как, что играть. Пока что-то у меня как-то с трудом все получается, но надеюсь... Все получится. Со временем я разберусь, все получится. А потом тигренка еще с вами вот этого, как его звать я? Так, вот это Джей, да? А, это тигрица, видимо. Че с тобой, бро? Так, что она делает? У нее какая активность? Она, скорее, движение в течение какого-то времени, видимо. Вы также можете атаковать на ходу. Вау, класс. Слушай, ну тоже прикольно. Также скины какие-то на нее классные такие есть. Ага. Так, а на этого есть? На Генри. Ну-ка. Тут, оказывается, можно сразу скины посмотреть. А, вот, металлист. Один только, да? И смайлики, кстати, тоже. Тоже, видимо, как-то разблокировать можно. Ну ладно, я думаю, разберемся, короче, со временем. Надо поставить на разблокировку сундучок. Ну а с вами был Максим, ребятки. Ставьте лайки. Скачать игру можете по ссылочке в описании. Это никакая не реклама. Я реально стал, вот, скажем так... ютубером официальным в игре Зуба. Надеюсь, что вам понравится это видео. Всем удачи и всем пока.